В Югре сотрудники полиции задержали 20-летнюю девушку, которая собиралась отправить для сбыта крупную партию синтетических наркотиков. Заведено уголовное дело. В ведомстве сообщают, подозреваемая забрала из тайников запрещенные вещества. Она должна была расфасовать их на порции для последующего сбыта. При личном досмотре полицейские обнаружили и конфисковали у девушки несколько пакетов с неизвестными содержимым. В ходе лабораторных исследований установили, что это мефедрон весом почти 2 килограмма. Следственным комитетом начато расследование. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ей грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Подозреваемая на время следствия будет находиться под стражей.